Здравствуйте, уважаемые зрители! Хотела похвастаться, сегодня сделала для себя цепочку, не цепочку, никогда не делала такого. Значит, здесь проволока посеребряная, внутри медная, а напыление серебряное. Вот такая вот цепочка, значит, здесь разные бусинки. Вот это я всегда думала, что это как-то из полимерной глины может сделан. Так вот, это стекло, вот это стекло и это стекло, это гематит, такой специальный натуральный сплав, или там как-то он называется, очень хорошо очищает кровь. Значит, это считается такие вот бусинки, как от сглаза, чтобы плохие мысли не приставали, чтобы плохие люди не встречались, чтобы весь негатив уходил. Вот это сделала для себя. Мне так захотелось. Вот оно такое интересное. На шее. Вот замочек. Вот так оно прямо к шее прекрасно смотрится. Вот хотела похвастаться. И тут все бусинки, они по парам. Два желтеньких, два черненьких, два гематита, два красненьких, два зелененьких, два беленьких, два черненьких, два и один синенький, как акцент. Вот такая легкая, интересная цепочка, застежечка тут к ней. Очень мне захотелось ее сделать, и я вот ее сделала. А вам просто хвастаюсь. Могу выполнить на заказ. Ну, не точно такую, но похожую. Рада буду заказам. Отправляю в любую точку мира. Делала с радостью и удовольствием.